Во всех без исключения морях и океанах живут медузы. Встречаются очень красивые особи, некоторые выглядят пугающе. Часть медуз безобидны, однако многие несут смертельную опасность. Медузы – это достаточно большая группа животных, и все они относятся к стрекающим. То есть у всех этих животных есть стрекающие клетки, с помощью которых они как раз-таки охотятся, сосредоточены эти клетки в их щупальцах. И если, допустим, человек дотрагивается к медузе, то он может получить так называемый ожог, как раз-таки из-за действия этих клеток. Питаются медузы всем тем, кого они способны поймать, начиная от микропланктона и заканчивая какими-то мелкими рыбами и другими обитателями. Ученые считают, что медузы появились на Земле задолго до динозавров. Примерно 650 миллионов лет назад. Это древнейшие живые существа. Медузы бывают даже пресноводные, что обычно не всем приходит на ум. У них очень большой ареал, то есть они занимают практически все ниши, которые есть в мировом океане. И они очень отличаются как по размеру, так и по биологии их видов. Самая знакомая для нас с вами медуза – это медуза Аурелия ушастая, которая обитает в том числе в Черном море. Но в то же время существуют и очень опасные медузы для человека, например, морская оса или португальский кораблик, которые могут быть смертельно опасными. А самая необычная медуза – это медуза, которая может возвращаться из стадии медузы в стадии полипа. И она обладает так называемым бессмертием. Как и большинство беспозвоночных животных, медузы имеют небольшую продолжительность жизни. Некоторые мелкие виды живут лишь часы, в то время как самые крупные виды могут прожить несколько лет. Медуза Аурелия ушастая, самая знакомая для нас с вами, в среднем в стадии медузы может прожить примерно полгода. После этого маленькие медузы становятся полипами, и цикл повторяется. Но есть исключения, например, медуза, которая может возвращаться из стадии медузы в стадию полипа под действием внешних факторов. Науке еще неизвестно, зачем это происходит, и, возможно, если мы узнаем, это и будет ключом к ответу на вопрос, а как же добиться бессмертия. Медуза из стадии медузы может вернуться в стадию полипа, а потом обратно, и производить эти итерации бесконечное количество раз. Поэтому она действительно может считаться бессмертной. Своим названием медузы обязаны легенде о медузе Горгоне, мифическом существе, наиболее известном из трех сестер Горгон. Чудовище с женским лицом и ядовитыми змеями вместо волос. Собственно, морские медузы и напоминают своим видом чудовищ с волосами-змеями. С вами был Павел Дикон и программа «Евразия. Познаем вместе».